В Алматы сегодня простились заслуженной артисткой Казахстана Раисой Мухамедьяровой. Панихида прошла в театре имени юного зрителя имени Габита Мусрепова. Актриса проработала здесь 8 лет. Проститься с народной любимицей пришли близкие, друзья и коллеги, а также ценители ее творчества. Едва сдерживая слезы, многие, кто знал и дружил с Раисой Мухамедьяровой, рассказывают, что она была воспитанной, интеллигентной и благородной. Честно говоря, когда я впервые увидела Раису, то не то что мужчина, сама была в нее влюблена. Это правда. Мы смотрели на нее и не могли отвести взгляд от красоты. Ее сияющие глаза, красивая улыбка, цвет лица. Она была аристократкой. На панихиде зачитали письма от имени президента, премьер-министра и акима Алматы со словами поддержки в адрес родных и близких. Раисе Мухамедьяровой было 80 лет. За свою жизнь она сыграла в десятках кинокартин и на сцене театра. Большую известность ей принесла роль учительницы Хадиша Ахмайкановой в фильме «Меня зовут Кожа». Актрисе после такого успеха сразу доверили главную роль в киноленте «Меня песня зовет». Народную артистку похоронили на Кинсайском кладбище. Коллектив телеканала «Алматы» выражает искренние соболезнования.